и... Давай, задача. Задача, Сема. Прокачка. Лунная соната, это тема реальная. Но так и тянет вставить что-нибудь матерное. Вроде воспитание у меня нормальное, но нога на любитель испоганить прекрасное. С ранних лет учили меня отец мой и мать жить так жить, стрелять так стрелять, говорить только то, что на уме. А на уме у меня всегда было только лаве. Где бы по-быстрому снять наличными, можно нашими, лучше, конечно, заграничными, техничными, не всегда законными методами. На карман ложились нужные монеты. И таких, как я, было немного. С расчетом на одного делового 4 лоха. Со школы нас развело по разные стороны. Кто-то вором воровать, а кто-то в органы. Алле, друган, узнал? Да ладно, помнишь, садовая, джей, движки угарные. Угадываешь, но ты старый в натуре попер. Тут с братвой заценили твой новый альбом. Я-то, да так, в тюряшке на хате. Не фартанула, братка, скудный расклад тут. Фраер, Рамс, я малеха подпитый. Мне на нары, а этого в могилу. Сколько дали? Да это, брат, детали. Прокурор просил 20, но там адвокаты и так далее. Короче, мне еще тут долго париться. Год отвисел, плюсу еще 17. Мне этот телефон мамка твоя дала. Высветились цифры. Если будет момент, когда-никогда, набери перед трем, за то да сё. Ладно, обнял, давай, Васёк, все. О, брателло, выглядишь плотно. Старю, все ровно, прикинуть модно. Че с курорта? Богато жить не запретишь. Не спешишь, это, братка, слышь. Помнишь, как в 9-м за школой дымили бошками? Потом на английском устроили дебош. А как на выпускном убрались самогоном? Потом Витька тащили пьяного до дома. Я-то? Ха, у меня все аккуратно. Закончил школу, потом армия. Пошел учиться, женился. Теперь работаю оперуполномоченным в милиции. Зарплата не ахти, зато реальная ксива. Главное по этой жизни определиться красиво. Подмучиваю, короче, имею свой кусок хлеба. По пятницам жгем в Нео, шмаль с феном. Ты это, если че, есть какая тема. Кого-то крепануть или закрыть уголовное дело. Подбросим, навалим, тут все по накатанной. Да ладно, че мы все о делах, может хапнем, а? Не куришь? Ха, или с ментом западло? Понял, да, здоровье оно одно. Короче, вот моя визитка, не забывай, звони. Школа были вправду горячие деньги. Слыхал, брат, про Юрка, ну замутил. С районами сколотил свой кооператив. Брали на ночь в аренду фуру, сами не вкипишь. Одевались фирменные куртки, то ли кола, то ли пепси. И по-ночному дергали холодильники, дерзко. А чё, ровная тема, представители компании снимают аппараты, загружают и восвояси. Там помимо этих холодильников 7 эпизодов. Склад бытовой техники, мутка с переводами. Группа лиц по предварительному сговору. Юре влепили 7, подельникам по 4 года. Плесневодки, пьем через напас. За Южный Сахалин и Северный Кавказ. Слухай дальше рассказ. Этот паскуда занял лаве у Лёхиной мамы. Вроде близкий, вроде при понятиях. А тут на тебе, решил соскочить демон. Ну и понеслось, расклады по темам. Взяли малёха с этого пидора здоровьем. Тот мол, отдам, не бейте, понял все. Пацаны поднавалили на него проценты. Воскресенье, стрела в центре. Это с деньгами, друг на другу навстречу. Передача, ну удачно, нормально. Лавешка в трех пачках. Не спеша пересчитал и на карман. Со всех сторон шум, гам, понятые, имя, отчество, фамилия. В отделе заява четкая и интересный фильм. Обыск дома за шкафом, грязная берданка. Патроны и 4 стакана плана. Нанесение тяжких вымогательств и вдогонку 228-я, 3-я часть. Всю вину на себя и на пятерик за кулисы. А терпил кто-то в подъезде на пику. Леха отвисел, что ему полагалось. В глазах пустота, в наших радость.
криминальная Россия вокруг своей оси. Не верь, не бойся и не проси. Это не притча, здесь нет морали. За криминал ты или против криминала. Врубайся по-любому, между нами замки. Важно не попутать, с какой ты стороны. Это не притча, здесь нет морали. За криминал ты или против криминала. Врубайся по-любому, между нами замки. Важно не попутать, с какой ты стороны. Это не притча, здесь нет морали. За криминал ты или против криминала. Врубайся по-любому, между нами замки. Важно не попутать. Я важно не попутать. Я важно не попутать. Не попутать. Не спутать важно. Грущую тему и Гелим и Бута. Всем, кто проснулся, доброго утра. Здесь Нагано. Голос окраин. Голос округи.